2. Закономерность начала глобальных катаклизмов на Земле. Неземные цивилизации предупреждают о скором начале природных катастроф. Однако они возникнут не случайно. Оказывается, что начало глобальных катаклизмов на Земле – это проявление общей закономерности развития планет в Солнечной системе. Именно поэтому этот процесс нельзя ни остановить, ни изменить. Неземные цивилизации рассказывают, что Вселенная – это единая система сознания. Звезды, планеты, черные дыры, галактики и другие космические объекты – это отдельные системы с различными механизмами совершенствования сознания. Глядя на необыкновенной красоты ночное небо со сверкающими звездами, никогда не подумаешь, что бурлящие в их недрах ядерные и термоядерные реакции – один из механизмов совершенствования сознания. Планеты прошлого, настоящего и будущего развития сознания в Солнечной системе. Как известно, в Солнечной системе существуют две группы планет – земляные и газовые. Неземные цивилизации информируют, что наличие этих двух групп также связано с развитием сознания. Это планеты прошлого, настоящего и будущего развития сознания. К планетам прошлого относятся все газовые – Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, а также Плутон и Марс. На всех этих планетах этап совершенствования сознания уже прошел, и они подлежат уничтожению. В Солнечной системе мы видим различные фазы работы этого механизма – с самого начала и до конца. Начало процесса представлено на Марсе, где механизм разрушения планет работает уже полным ходом, однако на начальной фазе. Планета Марс перешла в разряд планет прошлого развития сознания совсем недавно, и процессы разрушения не успели ее перевести в разряд газовых планет. Поэтому Марс пока что относится к земляным планетам. На Марсе закончился лишь первый этап – выравнивание и разрыхление поверхности, подготовка к ее раздуванию. Процессы разрушения, которые скоро переведут эту планету в разряд газовых, пока что незаметно, но уже очень бурно идут в недрах планеты. Однако они пока что не проявляются в виде увеличения объема планеты. Тем не менее, уже сейчас на Марсе наблюдаются самые сильные пылевые штормы в Солнечной системе. Образцы, доставленные с Марса, доказывают, что когда-то на Марсе было сильное магнитное поле, однако сейчас оно практически полностью отсутствует. Снимки, полученные с поверхности планеты, доказывают, что когда-то на Марсе была вода. На снимках видны поверхностные стоки в сотнях мест, просачивание подповерхностной воды и даже высохшие дельты рек. Сегодня практически вся вода исчезла, как считают ученые, в результате уменьшения магнитного поля, остывания планеты и утончения атмосферы. Подземная вода превращается в пар или лед сразу же после выхода на поверхность. В настоящее время на Марсе существует вода в виде льда северной полярной шапки и в виде пара в слабых облаках. Земля с началом глобальных катаклизмов, несовместимых с жизнью органической природы, также перейдет в разряд планет прошлого развития сознания. Постепенно Земля станет похожа на Марс, а затем перейдет в разряд газовых планет. Плутон представляет последний этап уничтожения планеты в Солнечной системе. Это планета глубокого прошлого, от которой осталось лишь только ядро. Ученые уже перевели ее в категорию карликовой планеты. Кроме того, Плутон имеет уже не круговую траекторию движения, как все планеты полусолнечной системы, а эллиптическую, которая пересекает орбиты некоторых планет. Планеты будущего развития сознания – это Венера и Меркурий. Совершенствование сознания будет проходить на этих планетах в близком и далеком будущем. Сначала на Венере, а затем на Меркурии. Поэтому на Венере сейчас идут процессы подготовки приема органической жизни из человека. Мы будем жить на этой планете после окончания цикла коррекции на Земле, который будет очень длинным и продлится несколько миллионов лет. Меркурий – это планета далекого будущего. Она как сжатый бутон. На этой планете органическая жизнь и человечество появятся еще очень и очень нескоро, только после полного цикла совершенствования сознания на Венере. Высшее сознание требует определенных условий жизни, которые постепенно, в течение многих миллионов и миллионов лет, создаются на каждой из этих планет. Планетой настоящего развития сознания является Земля.
так как совершенствование сознания на ней происходит в данный момент. Таким образом, планеты будущего развития сознания представляют различные этапы преобразований, происходящих на планете при подготовке к принятию органической жизни и человека. А планеты прошлого представляют все этапы разрушения планеты после полного цикла развития сознания. Механизм разрушения планет в Солнечной системе. Механизм разрушения планет в Солнечной системе един и происходит по определенному сценарию. Процесс разрушения планеты начинается с глобальных катаклизмов, цель которых – разравнивание поверхности планеты, то есть превращение гор в груды песка. Это первый этап разрушения планеты. Когда первый этап глубокого разрушения твердой поверхности планеты глобальными катаклизмами заканчивается, начинается второй этап. На втором этапе одновременно развиваются два процесса. С одной стороны, происходит разрушение внутренней структуры планеты с помощью реакций, аналогичных реакции карбида с выделением газов. Как известно, в атмосфере планет прошлого развития сознания, газовых планет-гигантов Юпитер, Сатурна и Урана, обнаружен ацетилен, продукт реакции карбида. С другой стороны, возникает и усиливается ветер, который все сильнее раздувает поверхность планеты вплоть до ядра. Наиболее сильные сверхзвуковые ветры в Солнечной системе дуют на Нептуне, последней газовой планете. Нептун – это ветреный мир нашей Солнечной системы. Скорость ветра иногда превышает 2000 км в час, то есть 1200 миль в час. Для сравнения, на Земле самые мощные ветры достигают только около 400 км в час, то есть около 250 миль в час. Первый этап разрушения планеты представлен на Марсе, а заключительный этап – на карликовой планете Плутон, являющейся ее ядром. У газовой планеты на определенном этапе остается лишь одно ядро. К этому времени круговая орбита планеты постепенно вытягивается, превращаясь в эллиптическую. Это приводит к тому, что не поддающиеся раздуванию ветром остатки ядра планеты постепенно все дальше выходят за пределы Солнечной системы и, наконец, отрываются и уходят в космическое пространство, где будут уничтожены как космический мусор специальными механизмами. Аналогичная ситуация скоро произойдет и с Плутоном. Функцию очистки Вселенной выполняют черные дыры. Это пылесосы Вселенной. Таким образом, в соответствии с алгоритмом развития сознания в Солнечной системе, существует три вида планет – прошлого, настоящего и будущего развития сознания. Во Вселенной существуют механизмы быстрого уничтожения планетарных систем, на которых процесс развития сознания оборвался. Обрыв развития сознания означает, что цивилизация не совершила переход в следующий цикл жизни вовремя и была уничтожена с началом глобальных катаклизмов. Планетарная система с незавершенным процессом развития сознания подлежит полному и быстрому уничтожению. Для этой цели также служат черные дыры, расположенные в центре каждой галактики. Озоновые дыры и массовая гибель китов, дельфинов, рыб и птиц по всему миру. Начало глобальных катаклизмов происходит в результате критического уменьшения магнитного поля планеты. Этот процесс проявлялся в возникновении озоновых дыр сначала над южным полюсом планеты. В 2011 году озоновые дыры появились уже и над северным полюсом. Кроме этого, критическое ослабление магнитного поля планеты вызывает сбой в биологическом компасе китов, дельфинов, рыб и птиц, ориентирующихся в пространстве по магнитному полю и проявляется в их массовой гибели по всему миру. Это печальное явление наблюдается в последнее время очень часто. Резко возрос UV-индекс, указывающий уровень ультрафиолетовой солнечной радиации на планете. Так, максимально допустимая величина UV-индекс 10 единиц была заменена на 12. Внеземные цивилизации, тем не менее, уверены, что несмотря ни на какие препятствия, у человечества хватит сил и ума, чтобы совершить переход до начала глобальных катаклизмов. Они в этом абсолютно уверены. Слушайте следующее сообщение на нашем YouTube-канале Our Transition 49. Сообщите нам о формировании групп по электронной почте alidia8@yahoo.com или vpopova@gmail.com. Более подробная информация представлена на нашем сайте www.ourtransition.com.
Венера.инфо.